ресурса, но, блядь, нету никого, вообще нету. Лежи там под забором-то, пускай газы тихонечко. Боишься, что если будешь пускать газы, то наши системы ракетные ПВО дальнего обнаружения, системы теплонаведения, тебя увидят и накроют. Ну не пускай тогда газы, ёбаный, перерабатывай их. Ха. Говорят, они в основном из метана состоят, из всяких углерод-водородных примесей содержащих. Если будешь долго их закупоривать, сжимать, ну и вообще так вот тужиться, как бы, то ну когда-нибудь алмаз выкакаешь, наверное. А если еще и огранишь его там внутри, то бриллиант будет. Могу я пирожок съесть раз в сутки, ебаный рот? С рисом и яйцом со сметаной. Жареный.
не садись в уголок, не сри в кулачок. Ну.
Thank you.
Thank you.
Thank you.